В ноябре 2022 года был визит председателя правительства Российской Федерации в Азербайджанскую Республику. И его контакты с азербайджанским коллегой. Также мы отметили важность визитов председателя Государственной Думы в Азербайджанскую Республику, спикера Мини-Меджлиса Азербайджана в Российскую Федерацию, констатировали очень интенсивную взаимную работу по линии МИДов наших стран, а также соответствующих министерств и ведомств. Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном отличается стабильной и позитивной динамикой. И в этом контексте 2022 год также не был исключением. Мы наблюдали 24-процентный рост взаимоторгового оборота, который достиг 4 миллиардов долларов. За этот исторический период объем взаимных инвестиций достиг приблизительно 9-миллиардного уровня. Важную роль в торгово-экономическом сотрудничестве, в инвестиционном сотрудничестве между нашими странами играет формат межправительственной экономической комиссии, которая существует между нашими странами, и 20-е юбилейное заседание, которое прошло в апреле 2022 года в Баку. Традиционно данный формат является площадкой, где обсуждается вопрос двухсторонней повестки, те проекты, которые реализуются между нашими странами, так и те проекты, где Азербайджанская Республика и Российская Федерация являются активными участниками многосторонних форматов и имплементации. Затрагивались и обсуждались ряд проектов, некоторые из них в стадии разработки, некоторые в стадии реализации. Часть этих проектов без скромности можно назвать мега-проектами. Была отмечена позитивная динамика в увеличении взаимных транспортных товарооборотов, объем грузов на двусторонней основе между нашими странами в прошлом году вырос на 22%, когда мы говорим про транспорт грузов через территорию Азербайджана, то мы наблюдали кратное увеличение приблизительно 2,5 раза. Отдельное внимание было уделено имплементации очень масштабного проекта «Север-Юг» в прошлом году уже в рамках данного проекта. Наблюдался 50-процентный рост в потоке грузопотоки, но считаем, что потенциал данного проекта намного выше. Важнейшим элементом, важную поддержку двусторонним отношениям между нашими странами играет формат межрегионального сотрудничества, который в контексте Азербайджан-Россия является уникальным форматом. Здесь важно отметить, что когда мы говорим про межрегиональное сотрудничество, имеются в виду не только приграничные регионы, а это охватывает всю очень большую географию Российской Федерации, Азербайджанской Республики, имеет постоянные контакты с 80 субъектами Российской Федерации, говоря о 20 субъектах, можно сказать, про устоявшуюся институционализированную форму взаимодействия. В целом, с 2010 года существует формат проведения последовательных межрегиональных форумов, заседания межрегионального форума состоялось в ноябре 2022 года в Баку. Естественно, повестки нашего обсуждения традиционно большой блок занимали вопросы гуманитарного характера и вопросы науки, образования, культуры, спорта, молодежи. По каждому из этих направлений есть достаточно большой план мероприятий, которые успешно реализуются. Упомянули отдельно важность контактов между экспертными сообществами наших стран, и в этом контексте с удовлетворением отметили фактически параллельную работу сегодня с нашей работы, параллельную работу заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета, который, несмотря на то, что по сути своей является достаточно молодой структурой, но уже устоявшейся, постоянно действующей, и третье заседание, которое сегодня проходит в Баку, я думаю, что
is now in its third session that is taking place in Baku, and I think together with Mr. Lavrov we will have an opportunity today to take part in that session. Удовлетворения хотели бы отметить, что идет очень интенсивное восстановление объема взаимных визитов между наших граждан. И мы позитивно очень оцениваем динамику в туристической сфере. Достаточно сказать, что количество рейсов между городами Азербайджанской Федерации, Азербайджанской Республики и Российской Федерации достигли 135 рейсов в неделю. И думаем, что это не является пределом. Уважаемые дамы и господа, естественно, сегодня в рамках наших обсуждений мы отдельно коснулись вопросов, связанных с ситуацией в регионе Южного Кавказа. Была отмечена и подчеркнута важность трехсторонних заявлений, начиная с первого заявления Минского девятого, 10 ноября 2020 года, а также последующие документы, которые были приняты в 21 году и 22 годах. Прошлись по целому ряду, по разным направлениям постконфликтной нормализации между Арменией и Азербайджаном. Со своей стороны, мы проинформировали российских партнеров о ситуации по некоторым трекам. К сожалению, было отмечено продолжающаяся неконструктивная позиция армянской стороны по работе над важнейшим документом, которым является мирный договор. Вы знаете, что активная фаза данной работы началась в октябре 2022 года, и за этот относительно небольшой период времени мы наблюдали различные препоны, которые армянская сторона постоянно We observed different attempts on the Armenian part to дело по данному процессу. Если на начальном этапе процесса это было вбрасывание каких-то идей, которые никогда не проговаривались, попытки придания данному договору какой-то абстрактный, рамочный характер и уведение в сути переговоров. Значит, в этом формате на следующих этапах переговорного процесса Армения отошла от этих позиций, наверное, больше понимая абсурдность данной позиции и сложность обоснования этого формата, но потом мы стали свидетелями иных сюрпризов, когда в конце декабря месяца, буквально за день до намеченной и заранее согласованной очной встречи в Москве для обсуждения третьего раунда, для проведения третьего раунда переговоров по тексту мирного соглашения, армянская сторона бойкотировала и отказалась участвовать в данном при всем при этом заявляется готовность к каким-то встречам, обсуждениям форматов, но важнейший элемент постконфликтной нормализации почему-то выводится за скобки. Принимая во внимание данный контекст, мы, будучи нацелены на реальный результат, все же пытаемся использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы полностью не застопорить процесс. И в настоящее время, если так можно сказать, занимаемся онлайн-дипломатией, когда просто происходит пересылка комментариев по проекту мирного соглашения. Считаем, что в целом данный подход не нацеленным на результат, чем раньше армянская сторона изменит свою позицию и вернется к столу переговоров, тем более полезным это будет для процесса. Похоже, неконструктивную позицию и подход мы наблюдаем и по текущей ситуации, которая сложилась с декабря 2022 года на Лачинской дороге. Естественно, эта тема сегодня также была предметом обсуждения. Здесь я хотел бы обратить внимание на несколько элементов. Первопричиной данной ситуации явилось грубое и многократное нарушение со стороны Армении положения трехстороннего
заявление, которое предусматривает гуманитарный характер использования Лачинской дороги, азербайджанской стороны на протяжении 2 лет указывала на злоупотребление, указывала на факты грубейшего нарушения со стороны Армении, делала это и по закрытым каналам, делала это напрямую и через посредников, и также многократно выводила это в общественный дискурс. К сожалению, все это не возымело, и после того, как ситуация дошла до уровня протеста, армянская сторона, отказываясь корректировать позицию, договорилась до того на уровне своего высшего политического руководства, что она в целом не имеет никакого отношения к данному вопросу в первой причине, а также к вопросу безопасности на дороге, и она является стоит в стороне от этого процесса, пытаясь возложить всю ответственность на Азербайджан и Россию. Но непоследовательность позиции на этом не завершается, не заканчивается, потому что параллельно с этой позицией армянская сторона активно занимается пропагандистской кампанией, пытаясь вводить в заблуждение международное сообщество, создавать ажиотаж вокруг данного, данной ситуации и, опять-таки, отказываясь от конструктивного диалога и попыток нахождения развязок. Позиция азербайджанской стороны, она абсолютно последовательна и абсолютно четкая. С одной стороны, с первого дня ситуации азербайджанская сторона заявила, что мы делаем и будем делать все от нас зависящее для того, чтобы избежать каких-то негативных гуманитарных последствий, в первую очередь для армянского населения, живущего в Карабахском регионе Азербайджана. И на протяжении последних больше 2-месячного периода времени Азербайджан последовательно этим занимался, практически ежедневно в контакте с миротворческим контингентом, а также с Международным комитетом Красного Креста. При всем при этом, наша позиция заключается в том, что легитимные требования представителей азербайджанского общества должны быть услышаны и выполнены. Несмотря на все сложности, мы остаемся приверженной позиции того, что мы стоим на позициях без альтернативности мирной повестки, неукоснительного соблюдения буквы и духа трехсторонних заявлений, а также последующих документов, которые были приняты за прошедшие чуть более чем 2 года. Эти принципы должны основываться, естественно, на принципах международного права, которые, кстати говоря, стороны в октябре прошлого года еще раз подтвердили на встречах в Праге и в Сочи, которые подразумевают взаимное признание территориальной целостности и суверенитета сторон. Исходя из этих подходов, мы и впредь будем продолжать находить взаимоприемлемые решения и добиваться прочного, долгосрочного мира и благополучия в нашем регионе. Я искренне верю в то, что проведенные сегодня переговоры с российской стороной, они явились хорошей возможностью пройтись по наиболее насущным вопросам нашей двусторонней повестки, а также региональным вопросам, и будут иметь очень положительное практическое применение. Еще раз хотел поприветствовать Сергея Викторовича и с удовольствием готов передать ему слово. Прошу. Большое спасибо, уважаемый Джихун Азизович, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, рад вновь оказаться в гостеприимном солнечном Баку. Мы признательны нашим азербайджанским хозяевам за безупречную организацию визита и традиционное радушие, гостеприимство. Прежде всего, также хотел бы выразить признательность президенту Азербайджанской Республики Хамиду Алиеву за очень обстоятельную беседу, которая состоялась вчера, сразу после нашего приезда, когда мы были приняты руководителем Азербайджана. Беседа охватила все направления нашего сотрудничества в контексте
первой годовщины с дня подписания декларации о союзническом взаимодействии, которое подписание состоялось в Москве в прошлом году, и тогда наши президенты зафиксировали в этой декларации новые качества наших отношений и поручили всем ведомствам, включая, конечно же, и внешнеполитические ведомства, работать по продвижению и конкретизации тех целей, которые были обозначены в этом историческом, без преувеличения, документе. И сегодня, по итогам вчерашней беседы у президента Азербайджана, мы с Джохином Байрамовым, моим коллегой, подробно говорили с участием делегаций обо всех направлениях стратегического партнерства и союзнического взаимодействия наших стран как в двустороннем формате, так и по международным и региональным делам. У нас нет сомнений, есть общее понимание того, что углубление союзнического взаимодействия между нашими двумя странами будет иметь и очень играть важную стабилизирующую роль. Мы дали очень высокую оценку двустороннему политическому диалогу, в первую очередь на высшем уровне, где и определяются магистральные направления дальнейшей работы. Только в прошлом году наши президенты встречались 7 раз, провели 12 телефонных разговоров, интенсивность контактов сохраняется и в наступившем году. У нас единое мнение, что высокая степень доверия, взаимопонимание, которое сложилось между нашими лидерами, это важнейшая составляющая для продвижения всего комплекса межгосударственного сотрудничества. 18 ноября, как уже отмечал Джейхун Азизович, прошлого года состоялся первый визит в Азербайджан председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. К нему был приурочен 9-й российско-азербайджанский межрегиональный форум. В этом году состоится уже 10-й форум с участием наших регионов, который пройдет на территории Российской Федерации. Ну и, безусловно, нас радует углубление межпарламентских связей. В сентябре прошлого года Баку посетил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а в середине этого месяца в Москве принимали председателя Меджлиса Азербайджана Сагибу Алиевну Гафарову. Она провела встречи с руководителями обеих нашего федерального собрания. Мы приветствовали динамичное развитие торгово-экономических связей. По итогам года ожидается по всем прогнозам. Их еще необходимо окончательно уточнить, но по всем прогнозам ожидается рекордный объем товарооборота в 4 миллиарда долларов. И мы высказали в пользу дальнейшего наращивания практической кооперации за счет осуществления прежде всего крупных флагманских, или как мы их еще называем, мегапроектов. Среди них развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса, кооперация в промышленном производстве. Российские экономические операторы готовы и далее активно включаться в постконфликтное восстановление азербайджанских территорий. Мы обсудили ход подготовки к очередному 21-му заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, оно запланировано на апрель нынешнего года в российской столице. Договорились поощрять хорошо зарекомендовавшую себя практику перекрестных бизнес-миссий и деловых форумов. Мой коллега уже сказал о культурно-гуманитарном взаимодействии. Со своей стороны поблагодарил наших азербайджанских друзей за традиционную поддержку русского языка и русской культуры. У нас обоюдное удовлетворение в связи с углублением обменов по линии молодежных стран. В прошлом году прошли 2 форума молодежных инициатив России и Азербайджана в марте в азербайджанском городе Гусар и в сентябре в Нижнем Новгороде. Будем и далее поддерживать эти важные начинания. Продолжим поддержку другим контактам по линии гражданского общества, по линии политологических структур и экспертного сообщества.
поступать на развивается и диалог практической кооперации между министерствами иностранных дел. У нас действует двухгодичный план консультации между внешнеполитическими ведомствами. Сегодня мы обсудили предстоящие мероприятия по его реализации. Ну и, конечно, мы регулярно общаемся с Джейхуном Азизовичем. В декабре прошлого года дважды даже встречались в Москве, сегодня в Баку, и, конечно, я с удовольствием приглашаю Джейхуна Азизовича посетить Российскую Федерацию с очередным визитом. Сегодня мы говорили много о мерах по укреплению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе, обсудили вопросы армяно-азербайджанской нормализации, мы подтвердили приверженность неукоснительному выполнению всех положений заявлений лидеров Российской Федерации, Азербайджана и Армении, их уже с ноября 2020 года 4. Эти заявления составляют основу нашей совместной работы. Говорили о ходе переговорного процесса по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Рассчитываем, что в скором времени вице-премьеры России, Азербайджана и Армении, как сопредседатели соответствующей трехсторонней рабочей группы, смогут выйти на конкретные договоренности по возобновлению использования железнодорожного маршрута между основной территорией Азербайджана и Нахичеваном. Мы подчеркнули необходимость активизации работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, которая была создана при понимании, там записано, что Российской Федерации будет оказывать консультативное содействие этой работе. Мы к этому готовы, равно как и готовы содействовать заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Наши друзья сегодня подробно нас проинформировали о том, как они дальнейшее продолжение этого направления усилий по нормализации. Мы отметили значимость ритмичной работы консультативной региональной платформы 3 плюс 3, три страны Южного Кавказа и их соседи, Россия, Турция, Иран. Она открывает дополнительные возможности для налаживания диалога и развития многопланового сотрудничества между странами региона и их соседей. Договорились продолжать тесное взаимодействие в рамках Каспийской пятерки, поддерживать инициативы друг друга в рамках СНГ, Организации Объединенных Наций и ее различных специализированных органов. Говорили и о нашем взаимодействии по тем серьезным проблемам, с которыми сталкиваются нынче организации безопасности и сотрудничества в Европе. Мы выразили очень позитивную оценку тех усилий, которые были приложены Азербайджаном и которые позволили провести очень успешно вахту на посту председателя движения неприсоединения. Эта вахта еще продолжается, через несколько дней здесь состоится очередной саммит этого движения. В целом, мне кажется, мы провели очень полезные и своевременные переговоры. Их результаты, безусловно, помогут и продвигать наши двусторонние связи и будут способствовать поддержанию мира, стабильности и безопасности в регионе. Спасибо. Многоуважаемые министры, благодарим вас за выступление. Сейчас, с вашего разрешения, дадим слово представителям СМИ задать вопросы. Пожалуйста, представьте, пожалуйста. Николай Иванов, «Известия». Сергей Викторович, в декабре армянская делегация не прилетела на трехсторонние переговоры в Москву. Какова сейчас посредническая роль России, есть ли какие-то подвижки? Второй вопрос. Декларация о союзническом взаимодействии была принята год назад. Вот за этот период какие конкретные результаты есть? Сейчас в России много говорят о важности разворота на юг, о южном коридоре, где на этом маршруте место Азербайджана. И вопрос Байраму. Вы упомянули об онлайн-дипломатии, о том, что отношения с Арменией сейчас перешли на стадию онлайн-дипломатии. Не могли бы конкретно сказать, о чем речь, и вообще это деградация переговорного процесса? Что касается вопроса о том, что было достигнуто
за год после подписания декларации, по-моему, мы старались в своих вступительных заявлениях именно об этом говорить. Не думаю, что нужно повторяться, но вы упомянули эту тему декларации в контексте геополитических перемен и безусловно. С этой точки зрения я поставил на первое место принципиально договоренности наших руководителей о координации шагов по международного транспортного коридора «Север-Юг», реализации других инфраструктурных проектов в регионе, которые, безусловно, повысят его геополитическое значение, и о различных формах углубления взаимодействия в топливно-энергетической сфере. Мне кажется, что эти планы, которые точно совершенно будут реализованы, на это есть политическая воля всех тех, от кого это зависит, существенно повысит значение региона в мировой политике. This will increase the profile of the region in the global economy. Да, и вопрос о трехсторонних, о вернее, о встречах министров иностранных дел Азербайджана и Армении по мирному договору. Действительно, мы предоставляли такую площадку неоднократно, в том числе в декабре прошлого года была договоренность о проведении очередной встречи наших коллег на территории Российской Федерации. Джихан Азизович упомянул, как все дальше развивалось, и наши армянские коллеги сообщили о том, что не смогут участвовать в этом мероприятии. Сейчас мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч. Азербайджанская сторона к этому готова. Армянская сторона сказала, что тоже не возражает, но пока окончательного согласия не дает. Я не думаю, что мы будем как бы слишком настойчиво предлагать свои услуги, но обеим сторонам они хорошо известны. Отвечая на ваш вопрос, хотел бы отметить, что с первого дня начала работы по проекту мирного договора была согласована модальность процесса, и она заключалась в том, что периодически происходит встреча, существующие на тот период времени. По итогам встречи происходит обмен мнениями. Эти встречи, они всегда бывают очень полезны, потому что в течение одного дня можно детально проговорить, понять позиции противоположной стороны, довести свою аргументацию, а потом продолжается работа. Естественно, работа продолжается в формате того, что команды возвращаются, исходя из услышанного, сказанного, принятого или же, допустим, подготовки контрпредложений, готовится следующая версия. Документы, и страна, у которой находится эта версия, она пересылает ее другой стороне, другая сторона ознакомится, происходит следующая очная встреча и обсуждение. Это была та модальность, две такие встречи было проведено, третья планировалась, как уже было отмечено, провести в Москве. Сейчас вот у нас из согласованного формата выпадает элемент, связанный с очными встречами. Но для того, чтобы полностью не убивать процесс, азербайджанская сторона не отказывается от, скажем, получения и отправки комментариев. И то, что я сказал, онлайн-дипломатия, я имею в виду, что сейчас просто происходит пересылка комментариев. Считаем ли мы это наиболее продуктивным методом коммуникации, обсуждения проекта договора? Я думаю, что нет. Сказать относительно того, что за предыдущие почти 6 месяцев у нас не было никакого прогресса, наверное, будет неправильно. Определенный прогресс есть, но мы считаем, что если бы подходы были более результат-ориентированными, если бы мы меньше сталкивались с различными типами неприятных сюрпризов, мы могли бы иметь лучший результат. Думаю, что армянская сторона наконец-то поймет, не
неадекватность данного подхода к текущей ситуации и к сути и важности данного документа и вернется за стол переговоров. Азербайджан страна к этому готова. Агентство международной информации Trend, Садрат Тиназаев. Я бы хотел задать каждая из сторон. Особого внимания заслуживает развитие экономически эффективной транспортной инфраструктуры в рамках транспортного коридора Север-Юг, которая имеет стратегическое значение для дальнейшего развития экономических отношений и укрепления регионального сотрудничества. Как вы думаете, какие меры нужно предпринять для успешной реализации этого проекта и развития транспортных коммуникаций и линий в целом в регионе? Общерегиональное, да и общее значение этого проекта. Я не думаю, что нам, как министр иностранных дел, стоит сейчас сдаваться в технические детали. Наши транспортные ведомства находятся постоянно под контролем друг друга. Наши администрации президента непосредственно вовлечены в процесс. Там идет речь о создании непрерывной железнодорожной связи, в том числе на участке Решт-Маскара. Я понимаю, что это небольшой секрет, но тема давно обсуждается. Сейчас приступили к ее практической реализации. Россия с Азербайджаном играют со своей стороны тоже позицию азербайджанской стороны озвучу. Мы полностью разделяем позицию, что данный проект является исключительно важным не только для трех стран, которые непосредственно сейчас участвуют в обсуждении и реализации данного проекта, и в этом в сентябре месяце в Баку проходила встреча премьеров Азербайджана и России, а также соответствующего министра, который отвечает за Исламской Республики Иран. В Баку была принята Бакинская декларация на эту тему, и каждая страна понимает, что она должна делать на своей территории для полноценной имплементации данного проекта. Азербайджан в целом за последние годы очень много инвестировала в транспортную и мы считаем, что наша транспортная инфраструктура в основном полностью соответствует целям и задачам, в том числе данного проекта, но, несмотря на это, дополнительная оптимизация постоянно происходит. Сегодня во время обсуждения мы уже отметили как элемент, например, очень скоро будет введен в эксплуатацию новый контрольно-пропускной пункт на границе Азербайджана и России. Ханоба, который позволит увеличить только через данный пропускной пункт, увеличить прохождение до 1000 грузовых автомобилей в день. Азербайджанская республика сейчас интенсивно занимается строительством новой автомобильной трассы от Баку до северной границы. Все это является дополнительными компоненты в более широком формате коридора Север-Юг. Во время обсуждения с коллегами азербайджанцев также выразила готовность и поддерживает дополнительные элементы, которые могут зависеть от азербайджанской стороны для всемирной имплементации данного проекта, то есть в случае необходимости строительства новых дополнительных логистических центров на маршруте, включая, допустим, в Астаре. Азербайджанская сторона к этому также готова. Мы знаем, что консультации между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран также продолжаются, и очень надеемся, что долго обсуждаемый недостающий железнодорожный участок Решт-Астара, он будет достроен в скорейшие годы, который будет дополнительным элементом, позволяющим значительно увеличить грузопотоки. В то же время, мне кажется, что вопрос, который
является темой обсуждения, которая сегодня также был упомянут в контексте постконфликтной нормализации между Арменией и Азербайджаном, конкретно автотехнические коммуникации, и в том числе железнодорожных коммуникаций между западными регионами Азербайджана и нашей автономной республикой, это также могло бы быть серьезным дополнительным компонентом проекта «Север-Юг». Потому что, наверное, многие из вас знают, что данный железнодорожный недостающий участок, в случае, если он будет достроен, он даст возможность соединиться с иранской железнодорожной системой, он также даст возможность потом выйти на Турецкую республику, и это может быть еще одним большим дополнительным ответвлением проекта «Север-Юг», и это является, с нашей точки зрения, еще одним аргументом, почему надо уделять этому самое пристальное внимание. Спасибо. Никита Корзун, телекомпания НТВ. Вопрос господам министрам. МИД Азербайджана объявил в начале арбитражного процесса против Армении с тем, чтобы возместить ущерб от использования энергетических ископаемых Карабаха. В этой связи можно ли сказать, что подписание мирного договора между Баку и Ереваном в обозримом будущем ждать не стоит? Ну и какова позиция России данного обострения, если так можно говорить? Позиция России заключается в том, что это двусторонний вопрос между Азербайджаном и Арменией. Был выбран путь, включающий в себя судебную процедуру. And Azerbaijan. Ждем. And they chose a way that includes это не единственное. Я хотел бы отметить, что это не единственное арбитражное или судебное разбирательство, которое Азербайджан поднял на межгосударственном уровне. Единственный иск, который мы имеем в республике Армения, согласно соглашению по энергетической хартии, Азербайджан закончил процедуру подготовительную, потому что это достаточно Азербайджан большой рутинный процесс, сбор фактов, доказательств, арбитражный переговорный процесс, который по процедурам должен идти конфиденциально. И я скажу более, практически на протяжении последнего года данный процесс шел. Но, к сожалению, не дал результатов, и поэтому буквально день тому назад мы завершили данную процедуру, произошел файлинг с азербайджанской стороны иска против Республики Армении за незаконную эксплуатацию энергетических ресурсов Армении на протяжении последних практических лет. Почему это сделано только сейчас? Для того, чтобы подготовить, согласно предусмотренным в Хартии нормам и процедурам все эти процессы, представление доказательств, которые из-за физической невозможности доступа к данным территориям было невозможно собрать экспертов сразу после ноября 2020 года, фактически начиная с 2021 года, когда азербайджанская сторона получила физический контроль и доступ к данным территориям. Это работа, которая сделана не за день, не за неделю, и как бы это практически два года интенсивной деятельности. Сейчас не буду уходить в детали, там есть очень много компонентов с нашей стороны, с нашей точки зрения. Есть полная цепочка, которая доказывает легитимность требований именно к Республике Армении, которая непосредственно участвовала в разграблении энергетических ресурсов Азербайджана. Имеет ли данный процесс непосредственно отношение к проекту мирного договора? Мы считаем, что нет. Это два трека, которые не имеют отношения. Это наши претензии, которые мы имеем исторически к Армении, то есть западная деятельность, которую она осуществляла на этих территориях незаконно. Мы считаем, что этот вопрос должен рассматриваться в юридической плоскости. Параллельно с этим, когда мы говорим о мирном договоре, это то, как мы смотрим будущее. То есть мы бы не сводили и не смешивали бы эти два процесса. So we wouldn't mix these two issues and processes. Thank you. Здравствуйте, Давид Мурашвили, журналист АСТВ.
Мой вопрос о министре иностранных дел Азербайджана, господину Джейхан Байраму. Господин министр, в рамках нормализации отношений с Арменией были приняты сочинское и также братское заявление. В обеих заявлениях было подчеркнуто важность взаимного признания территориальной целостности, суверенитета государств в соответствии с уставом ООН и Алматинской декларацией 1991 года. Тем не менее, заявления усилий Азербайджана Армении были направлены на подрыв территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Has taken certain steps to undermine the sovereignty and integrity of Azerbaijan. Документ, который подписан был лидерами Азербайджана и Армении, который в том числе содержит ссылку на Алматинскую декларацию, открытый документ. Можно прочитать, что в нем написано, что государственные границы новых государств, образовавшихся на месте Советского Союза, будут определяться административными границами, которые существовали в рамках СССР. Я даже не знаю, что тут добавить. Я бы дал такие комментарии. Отвечая на ваш вопрос, вы в своем вопросе упомянули два термина – заявление армянской стороны и усилия, которые предпринимают стороны. Я понимаю, что вы делаете ссылку на армянскую сторону. Между этими двумя, скажем, понятиями есть разница. Когда мы смотрим и обращаем внимание на заявления противоречивые, иногда с первого взгляда кажутся достаточно здравыми, и основанными на международно признанные нормы и принципы, как, например, взаимное уважение, то, что было еще раз переподтверждено в Праге и в Сочи, не только территориальной целостности, но и суверенитет. Когда мы смотрим на то в реальной жизни, какие предпринимаются усилия и действия для того, чтобы имплементировать вот эти объявленные заявления и взятые на себя обязательства, здесь мы, к сожалению, последовательность всегда не видим и не наблюдаем. Этому примеров я могу сейчас привести множество. Не буду уходить во все детали, но, например, в процессе обсуждения проекта мирного договора while discussing the draft of the peace treaty, мы видим попытки введения каких-то элементов, которые, мягко говоря, не соответствуют этим принципам. Мы видим нежелание или, наоборот, желание обходить такие важнейшие элементы, как недопущение сепаратизма. Мы видим, к сожалению, нежелание принимать общепринятые нормы, когда мы говорим про установление нормальных отношений между соседними странами, такую фундаментальную норму, как невмешательство во внутренние дела, которая, естественно, вызывает серьезный вопрос. Мы видим заявление, которое вы сказали, относительно принятия суверенитета стран, и в то же время, скажем, Министерство иностранных дел Армении по результатам проведенного какого-то мероприятия, конференции со стороны международного конференса в азербайджанском городе Шуша может делать дипломатический демарш, приглашать представителей международных организаций, включать им ноты. То есть страна, которая признает территориальную суверенитет соседнего государства, делает дипломатический демарш из-за проведения там мероприятий на территории, которая де юре, де факто принадлежит соседнему государству. Тем самым, с нашей точки зрения, ставит себя в не очень ловкое положение. Надеемся, что вот этот диссонанс, который существует между объявленными, скажем, озвученными заявлениями и теми действиями, которые будут совпадать, они, это расхождение, оно постепенно сойдет на нет, и мы думаем, что это даст возможность двигаться более быстрыми шагами к достижению долгосрочного и устойчивого мира. Towards long-term stable peace in the region. У нас сколько вообще еще вопросов? Два вопроса. Нас там просто ждут. Thank you. And how many questions do we have left? Because
Информационный портал news.ru, Сона Рустамова. Вопрос господину Лаврову. Баку предложил Еревану в рамках делимитации границы создать контрольно-пропускные пункты как на обоих концах Зангезурского коридора, так и на границе между Лачинским районом и Арменией. Какая позиция Москвы по этому вопросу? Обсуждался ли он на сегодняшних переговорах и обсуждается ли в рамках рабочей группы вице-премьеров? И вопрос обоим министрам, вот спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу, Тойва Клар, сообщил, что ведется работа по проведению в Брюсселе переговоров между армянской и азербайджанской сторонами. Talks between Armenia and Azerbaijan. What is your general evaluation of Brussels efforts? And do you plan similar contacts in Moscow? Что касается коридора, ответ очень простой. Его режим, его функционирование должен соответствовать в полной мере самому первому трехстороннему заявлению 9-10 ноября 2020 года, что означает необходимость обеспечить свободное передвижение для исключительно гражданских и гуманитарных грузов и гражданских. Вот этого мы и добиваемся в наших контактах, прежде всего по линии российского миротворческого контингента. Там не предусмотрены создание каких-то контрольно-пропускных пунктов, но есть возможность техническими средствами снять подозрения, которые имеются в отношении того, что коридоры используются действительно по назначению. Мы сегодня этого касались. Технические детали имеют второстепенное значение. И что касается объявлений, которые звучат из Брюсселя, мы не можем это детально комментировать. Мы видим, как злоупотребляет своими отношениями с Арменией, с Азербайджаном, в том числе продавливая вызывающие серьезные сомнения с точки зрения легитимности свою так называемую миссию на территории Армении, которая, в общем-то, вызывает много вопросов, в том числе с точки зрения ее функции, ее мандата, ее продолжительности и с точки зрения того, той добавленной стоимости, которую эта миссия может внести в отношение, в усилии по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Но это суверенная выбор сторон, с кем сотрудничать, с кем не сотрудничать. Мы, как я уже подчеркнул, they decide they want to cooperate with. As I noted in the beginning today, and as I noted yesterday when I spoke to President Aliyev, in all our actions, we are guided by the principle which can be described as do not harm. Такому решению всех возникающих проблем, которые, во-первых, опиралось бы на принципиальные договоренности трех лидеров в рамках их четырех заявлений, и которые, во-вторых, обеспечивало бы здесь взаимовыгодное, взаимоуважительное сотрудничество между всеми странами региона. Далеко не все игроки, прежде всего те, которые вдалеке расположены от Южного Кавказа, руководствуются такими же принципами и хотят здесь работать не в пользу чего-то, а против кого-то. Мы это видим. Но я убежден, что это видит и непосредственно вовлеченные в процесс. Отвечая на ваш вопрос, первое по трехсторонним заявлениям, мы также придерживаемся позиции того, что трехстороннее заявление должно полностью выполняться, и мы об этом очень долго говорили, и, full, and, к сожалению, армянская сторона игнорировала данное призыв не злоупотреблять положением трехстороннего заявления. Азербайджанская сторона имеет обязательства по трехстороннему заявлению давать гарантии безопасности исключительно в трех целях. Для значит, использования Лачинской дороги для граждан, которые живут в Карабахском регионе Азербайджана, для транспортных средств и грузов, что все это время продолжалось и осуществляется также и в настоящий момент. В то же время, те легитимная обеспокоенность азербайджанской стороны, в том числе
азербайджанского гражданского общества, они должны быть адресованы. Для этого существуют разные механизмы, один из которых упомянул Сергей Викторович относительно возможности контроля. Дополнительно для того, чтобы те злоупотребления, которые на протяжении 2 лет происходили, они не повторялись, чтобы не было, чтобы они предотвращались. Параллельно с этим я хотел бы также напомнить, что президент Азербайджана на полях Мюнхенской конференции по безопасности озвучил также предложение армянской стороне, когда на армяно-азербайджанской границе стороны могли бы установить пограничные пункты контроля, которые бы позволили обеспечить такую прозрачность и снять вопрос. В случае, если армянская сторона действительно заинтересована в снятии напряженности, в то же время в исполнении трехсторонних заявлений, мы не видим причин, по которым от этого надо или можно отказываться. Что касается второго вопроса относительно миссии, значит, Европейского Союза, я здесь хотел бы сказать и напомнить, что данная миссия, ее первая фаза, была согласована в октябре 2022 года. На эту тему был консенсус, но эта миссия носила временный характер, конкретно на 2 месяца, и она имела 2 цели. Первое – укрепление мер доверия между странами, а также должна была способствовать процессу деэлимитации. К сожалению, и первая, и вторая функции не достигли своего результата. Мы каких-то действенных шагов в этом направлении не видели. Более того, мы видели, что с началом деятельности миссии позиция армянской стороны по всем трекам переговорного процесса, она стала, скажем, более деструктивной. Что касается плавного перехода данной миссии во вторую, более долгосрочную, то здесь мы считаем, что это произошло с нарушением тех процедур и тех договоренностей, которые были достигнуты в октябре в Женеве. Иногда звучат такие мысли с армянской стороны, некоторые страны-участники об этом тоже говорят, относительно того, что к Азербайджану данная миссия не имеет отношения, потому что она находится на территории Армении. Мы данную аргументацию не признаем, не принимаем, потому что это не условно абстрактная миссия, а это миссия на армяно-азербайджанскую границу. Она затрагивает легитимные интересы Азербайджана. И факт того, что первая миссия также обсуждалась с Азербайджаном, является еще одним подтверждением того, что это принималось всеми сторонами. Мы имеем данную обеспокоенность, которую мы уже неоднократно транслировали. Мы ее транслировали и по дипломатическим каналам связи, и публично. Поэтому мы, естественно, внимательно будем отслеживать то, как процесс будет идти. Здравствуйте, Вафа Агабалаева, телевидение Реал. Правда, вы затронули эту тему, но у меня вопрос к Сергею Викторовичу. Как мы знаем, Европейский Союз отправил наблюдательную миссию на границу Армении и Азербайджана в составе 100 человек сроком на 2 года. И армянская сторона, приветствуя эту миссию, заявила, что эта миссия является вкладом в стабильность, безопасность в регионе. И также перед развертыванием миссии премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военное присутствие России в Армении не гарантирует безопасность, а наоборот является угрозой безопасности. Он также заявил, что миссия Европейского Союза может предотвратить якобы имеющиеся у Азербайджана опасения в отношении совместного нападения России и Азербайджана. Как бы вы прокомментировали эти утверждения? Спасибо. Вы уже цитировали премьер-министра Пашиняна. В ответе на ваш вопрос процитируйте мой ответ на предыдущий вопрос. Я там все сказал. Заявление процитировавшего руководителя Армении, я оставляю тебе выражаем благодарность всем участникам конференции. Спасибо большое.